165 старшеклассников Дагестана приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Русь-Сити». Это школьники 9-11 классов. Проходит она в два этапа – отборочный и заключительный. Уже завершился первый. Во всех регионах России в одно и то же время свои знания проверили 1000 школьников сразу в трех предметах – математика, информатика и физика. Оценивать работу учеников по 100-бальной шкале будет компетентное жюри. Это специалисты Дагестанской сетевой компании и Дагестанского государственного технического университета. Это очень хорошее мероприятие для выявления одаренных детей, потому что они должны проявить себя для того, чтобы, может, когда-нибудь им придется учиться по этой линии энергетики. Может, станут хорошими специалистами энергетического комплекса. Победители отборочного тура примут участие в заключительном этапе. Пройдет он 21 апреля в Пятигорске. Здесь задания будут намного сложнее, так как потребуются знания электроэнергетики. Победители и призеры Олимпиады по итогам двух туров получат право участвовать в энергетической проектной смене одного из образовательных центров на морском побережье. Само по себе направление энергетики довольно-таки тесно связано с физикой. Мне очень нравится вообще направление, связанное с физикой, поэтому я решил, почему бы не попробовать себя в этой среде. Вопросы были немного запутанными, и поэтому пришлось применить несколько неординарный подход к решению данных задач.